ОСФ – отряд, собранный для сражения с другими. Каждый год туда призываются новые бойцы. В игре уже показан 567 год такого набора. За столько лет система серьезно продвинулась вперед. Конечно же, для того, чтобы попасть в ОСФ, бойцы обязаны быть сильнее обычных людей. К тому же они должны гореть желанием помогать другим. Поскольку каждый из бойцов обладает лишь одной особой способностью, им нужно дополнительно использовать навыки своих товарищей. Осуществляется подобное при помощи красных проводов, подключенных к мозгу. И это помогает эффективно давать отпор другим. Есть и еще одна важная деталь. Чем моложе человек, тем сильнее его способности. С виду персонажи выглядят молодыми, однако на самом деле они удерживают свой возраст особыми средствами. Чтобы сохранить свой мозг в нужном состоянии, герои используют лекарства, не позволяющие им взрослеть. И хотя почти все бойцы выглядят как подростки, их настоящий возраст сильно отличается от внешнего вида. К тому же, люди с наиболее выдающимися способностями в отряде формируют Септентрион, подразделение из 7 сильнейших бойцов. Каждый боец ОСФ серьезно тренируется, чтобы попасть в такое подразделение. К тому же в отряде так много разных людей, что находятся и герои с одинаковыми способностями. Например, те, кто использует электрокинезис, ищут себе в напарники бойцов с похожими навыками. Более того, несмотря на то, что у бойцов ОСФ есть общая цель — защита человечества от других, у каждого из них свой взгляд на мир. Что позволяет создавать драматические отношения между персонажами. Да и в целом мы хотели, чтобы игроки насладились подобного рода повествованием. В системе, где мозги каждого человека соединены, особенно если говорить про ОСФ, геймеры смогут увидеть, какой должна быть связь между людьми, и как отношения между напарниками скажутся на сюжете. Play it on the all-new Xbox Series X.